Арбузы, там дыни я очень люблю. Например, еще клубнику, там малину, ежевику. Иногда еще бывает, можно вырастить ананас. Ну, его выращивают как овощи в земле. Клубнику, малину, апельсины, бананы, дыни, арбузы. Дерево и самолеты. Ну, если бы можно было, то я был бы рад. Картошку, буряк, чесник. Я хочу, чтобы там было, росли такие жевательные конфеты, вкусные булочки. И чтобы еще росло там вся модная одежда. Бекон паркормовое дерево. Я бы вырастил красную картошку. Фантики. Я хочу себе дерево с планшетом. Он будет расти возле моего дома. Первого я решил растить гранат, но оно не доросло. Я хотел бы вырастить какой-то фрукт. Ягоду большую. Продаются такие специальные пакетики, и там семечки садишь, и они вырастают. Тогда бы оно было полностью все пушистое, это дерево в паркорме. Там стояла бы лестница, залез и взял жмельнику, и пошел себе к телевизору и сел себе смотреть кино. Ну, морковку, арбузы, клубнику, малину. Дерево с маршмеллоу. Морковку оранжевую. Она будет расти под землей. А хвостик сверху. Тем, что если ее грызть, то она будет хрустеть. Если я его вырасту и его подниму, то он будет как так в виде формы сердечка. Вот так.